У меня по этому вопросу еще тоже одна просьба. Когда закончит работать вот эта группа по Парку Победы, по разработке единой стратегии развития? Когда? Дайте просто дату. Когда вы вынесете это? Ну, а сколько можно работать? 2 месяца на работу. Вы рабочий проект делаете или стратегию? С августа месяца. Мы делаем... С августа прошлого года. Да? Ну, мы собрали всех участников... Почему я перестала ходить? ...за этих сонков стейкхолдеров. Для того, чтобы понимать, какие архитектурные, какие зоны должны быть в этом парке. Потому что много людей... Ну, то есть парк не резиновый, а желание есть. Там, давайте... давайте летнюю площадку, давайте сделаем активный отдых, давайте там скалодром построим, давайте там построим веревочный парк, давайте сделаем там лаунж-зону, давайте театр и так далее, давайте памятник, аллеи, танки. То есть, а куда это все вмещать? А можно вам, а это решают сейчас профессионалы архитекторы или пока это... В том числе, это... там и общественность, и архитектура, и чиновники департамента, и... представители проектировщиков и так далее. Есть вообще специалисты по разработке? Есть состав группы. У вас есть такой? У вас есть такой специалист, вот, который... Который разработает 5 вариантов проекта, разрабатывать не веревочные парки или... Мы уже говорим о развитии самого парка, да. То есть надо разделять вопросы о том, что есть развитие парка, то, которое действительно, вот как Елена говорила о том, что это 2-3 года проектирования и развития, а есть текущее состояние парка, в каком состоянии оно сейчас находится. И два вопроса надо разделять, потому что пока мы запроектируем и сделаем развитие, он должен находиться в нормальном состоянии, и при этом должно и освещение быть, и охрана, и так далее. И относительно того, каким образом идет работа, были приглашены специалисты с Одессы, которые разрабатывали по паркам в Украине именно зонирование, потому что парк, наш парк имеет статус, этот статус природозаповедного фонда. Да, и соответственно есть своя процедура разработки проектной документации, то есть первоначально идет функциональное зонирование самого парка. На самом-то деле, как проектируется зонирование в законодательстве Украины, не предусмотрено, и самой процедуры это нет, поэтому подключили специалистов в этом направлении. Но просто то, о чем мы сейчас говорим, это не развитие Вопрос. Когда мы закончим разрабатывать концепцию, она идет с августа месяца прошлого года. Ну, вот, уже будет год. Я вам скажу так, на текущем состоянии, тот момент, то, что у нас сейчас происходит на комиссии, я думаю, что это не быстрый процесс. Дату, назовите мне дату. Ну, я хотел назову дату. Ну год уже. Смотрите, эта группа, она не требует ни финансирования, ничего. Она требует того, нет, толка нет, результата же нет. А можно на следующий комиссию промежуточные материалы? Конечно, я могу вам даже всю хронологию. Нет, не хронологию, результат какой-то промежуточный. Это работа, которая требует внимания. Мы не можем сделать там быстро и рядом. 9 месяцев, пора рожать. Просто на следующую комиссию дайте. Озвучить для... людей для граждан. Или просто пока у вас идет творчество. Так куда идти? 9 месяцев уже. Давайте определим. Вам надо еще 3 месяца. Я поправлю вас. Смотрите, тот формат, в котором она была, когда она начиналась, он умер. И члены комиссии, члены этой группы, которые в самом начале, их уже нет. Эта группа переформатирована, абсолютно переформатирована. Ну, можно? Она в том формате, в котором я ее руковожу, она идет 2,5 месяца. Уже эти 2,5, ну так, 3 месяца. Антон, за это время мы сделали результат, я могу протокол на следующий день. Я прошу прощения. Дело в том, что нам надо дальше вести комиссию. Мы проголосовали. Да, спасибо вам большое. Да. На следующую временную комиссию приглашаем. И давайте ремарку и будем продолжать дальше. Татьяна Викторовна, вот эта болезнь, то, о чем вы говорите, болезнь очень многих сегодняшних процессов. Да. Дело в том, что есть несколько концептуальных подходов. Один из них – изобретатель высоты. Он уже изобретет. Парки нужно поручать
крайней мере, в проекте парка должны делать специальные. Есть пример, как в Турции сделали парк нашего николаевского архитектора. Вы получили... За полтора года, кстати. За полтора года. Сделал человек проект, специалист, каким он должен видеть. Выбрали мэрия, там, я не помню, кто из мэр, по-моему, город, Бурсан. Выбрали такой-то проект. Не потому, что они там его знают, потому что он красивый проект. И сделали по этому проекту. А сегодня, когда мы собираем, год собираем предложения, мы собираем предложения, простите, не специалисты, а ну, люди, которые хотят сделать что-то хорошее, но тем не менее не специалисты.